Рай Фикшн представляет. Автор сценария Серджио и Франческо Манфио. Режиссер Серджио Манфио. Продюсеры Анита Романелли и Франческо Манфио. Два хвоста. Надеюсь, она придет. Не могу дождаться встречи. Но я не могу оставаться здесь больше 20-25 минут. Меня ждет обед, и я не могу заставить его ждать. Это было бы очень невежливо. Вот и она. Давай же, Пардо, настало время действовать. Эй, киска, пойдем прогуляемся вместе. Кого это ты назвал киской? У тебя какие-то проблемы? Вообще-то я обращался к ней. Забудь о ней. Зафира моя хорошая подруга, и она не разговаривает с такими комками шерсти, как ты. Понял, да? Понял. Но еще не все потеряно. Это еще не конец истории. Эй, наконец-то ты пришел. Мы тебя ждали к обеду, Пардо. Ты будешь есть наверху или останешься здесь? Я бы лучше остался и поел здесь. А потом у меня есть срочное дело. Кажется, он не хочет подниматься. И это странно. Наверное, его ждет симпатичная кошечка. Лео, потише, не говори такие вещи. Даже если это и так, разве я не самый красивый кот в королевстве? Если бы ты сбросил 2 килограмма, ты явно пользовался бы большим успехом у кошек. Лео, лучше помолчи. Да ладно, я просто пошутил. Специально для тебя Лоренцо приготовил вкуснейшую лазанью. Поднимайся к нам. Уверен, ты с легкостью сможешь взобраться на дерево. Отвязывай веревку, Лоренцо. А? В чем дело? У нас проблемы. Кажется, по сравнению с Пардо камень слишком легкий. Я так и знал, Прощай, дорогая Зафира. В конце концов, мне придется оставить тебя в лапах того бездомного кота. У меня есть идея. Пойдем со мной, Пардо. Отлично, Пардо! На этот раз ты побил все рекорды. Обед на столе! Если ты уже закончил есть, можешь начинать бегать по деревьям. То, что ты делаешь для кота, просто замечательно. Эй, послушай внимательно, комок шерсти. Давай посмотрим, кто первым доберется до верхушки этого дерева. Ты в игре? А ты уверен, что не боишься высоты, малявка? Лучше постарайся сэкономить дыхание на потом. Раз, два, три! Пардо, обед готов. Оставь Лоренцо. Мне кажется, сегодня у Пардо на уме нечто другое.
Рая Фикшн представляет. Автор сценария Серджио и Франческо Манфио. Режиссер Серджио Манфио. Продюсеры Анита Романелли и Франческо Манфио. Машина для кексов. Эй, ребят, смотрите. Это машина для смешивания ингредиентов для некоторых медицинских компрессов. Какая красивая. А как она работает? А почему она тебя вдруг так заинтересовала? Ты вывихнул челюсть от постоянного жевания? Вовсе нет. Я просто подумал, что ее можно использовать по-другому. Вот и все. Можно, Лео? Конечно. Я уже обдумываю другие изобретения. Она вся твоя. Интересно, что у него на уме? Кто знает. Ну вот и все. Теперь осталось только опробовать. Моя машина для кексов работает даже лучше, чем я мог предположить. Нужно будет оставить место в животе. Лоренцо заперся там в одиночестве уже несколько часов назад. Что он там делает? Я не знаю, что он там делает, но в такой прекрасный день было бы жаль совсем не выйти на улицу. Лоренцо! Выходи! Или ты решил остаться там навсегда? Я пока не могу. Я очень занят. Ничего не поделаешь. Попробуем вытащить его завтра. Кажется, Лоренцо не выходил оттуда даже, чтобы поспать. Знаешь, Лео, я уже начинаю волноваться. Давай просто пойдем и посмотрим, чем он там так занят день и ночь. Лео, надо что-то делать. Лоренцо превращается в ленивого пожирателя кексов. Его надо остановить. Да, самое время вмешаться, Джоконда. Можно войти? Мы пришли тебя проведать. Простите, ну я сейчас занят. Да ладно тебе, Лоренцо. Почему бы тебе не прогуляться с нами? Вставай. Не хочется, мне здесь хорошо. Тогда позволь нам хотя бы составить тебе компанию. Ты решил налечь на сахар, а, Лоренцо? Как ты можешь это есть? Этот кекс слишком сладкий. Вижу, вы совершенно ничего не понимаете в кексах. Мне нравится. Все, с меня хватит. Хочешь ты или нет, но тебе придется пойти с нами. Печенье, особое печенье. Печенье, особое печенье. Попробуйте мое вкусное печенье. Попробовать печенье с удовольствием. Печенье, ребята. Разве оно не должно быть послаще? Не останавливайтесь, ешьте! Сладость придает изюм и капельку меда. Ваши вкусовые рецепторы должны быть плотными, чтобы ощущать различные привкусы и не должны быть покрыты жиром и сахаром. Это правда. Теперь я ясно ощущаю вкус ванили и корицы. К счастью, существует много видов пищи, и у нее различные вкусы. Важно знать их, чтобы уметь ими наслаждаться. Это верно. Никогда нельзя перебарщивать с чем-то одним, даже если это вам очень нравится. Разнообразие всегда лучше. Ты-то как думаешь? Ты прав, это так. Налегая на сахар, я, к сожалению, упустил все остальные вкусы. С этого дня мы заставим тебя соблюдать здоровую диету и делать зарядку. Обещаю! Это прекрасный совет! В качестве основы ешьте побольше фруктов, овощей и цельного зерна. И напротив, не перебарщивайте с сахаром. Я последую вашему совету. Мне кажется, для начала хватит и сотни печенек. Ha 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 ha
Рая Фикшн представляет. Автора сценария Серджио и Франческо Манфио. Режиссер Серджио Манфио. Продюсеры Анита Романелли и Франческо Манфио. Соревнования по тортам. Боже, мы уже здесь около 2 часов, и мне ужасно скучно. А я со своей стороны голоден, как собака. Ранее я послал Тиглю шпионить за Бранда. Он будет здесь минут на минуту. Как это шпионит? Эй, смотрите, Тигля возвращается. Тиглю, ты что-нибудь разведал? Они направляются к порту? Кажется, я знаю, что у них на уме. Завтра день всех святых, и будут соревнования по тортам. В этом году я намерена победить во что бы то ни стало. Уверен, ты победишь, сестренка. Ты уверен? Я послал Бранда в речной порт достать нечто такое, что поможет нам победить в этот раз. Сама увидишь. Я думаю, Бранда пошли в порт, потому что они ждут нечто важное. Что же это может быть? Я почти уверен, что это имеет отношение к победе в завтрашнем конкурсе тортов. Последний раз Лаура побеждала 2 года назад. Должно быть, она вне себя. А какой торт приготовим мы? Идеально подошел бы торт с тунцом. Но я уже знаю, что вы и в этом году не станете его готовить. У меня идея. Идите за мной. Ой! В этой сумке ананасы. Никто не будет готовить торт с таким вкусным и редким фруктом. Мы точно победим. Погоди, я сама открою. Но что случилось? Ананасы привозят издалека. Боюсь, они испортили с дороги. Почему бы мне не попробовать исправить это с помощью магии? Никаких я попробую, ты должна это сделать, и точка, поняла? Тот фермер был так добр, что дал нам эти тыквы. В конце октября тыквы особенно вкусны. Из этого получится очень вкусный торт. Интересно, какой торт будет у Лауры? А теперь, дети, освободите мне место, пожалуйста. Пришло время творить магию. Ура! Магия превращения сработала отлично. Давайте отнесем его прямо на конкурс. Это великий герцог Флоренции. Следующим он попробует наш торт. Уже по запаху видно, что он вкусный. Джоконда – отличный кондитер. Конечно же, я надеюсь, что мы выиграем. Тыквенный торт превосходен. Он вкусный и очень нежный. Пока это лучший торт, что я пробовал. Сейчас он попробует наш ананасовый торт. И тогда мы посмотрим, чей лучше. Конечно, наш лучше. Он такой красивый. Это ужасно! Худший торт, что я когда-либо ел. Ананасы гнилые и ужасно кислые. Как такое могло случиться? Магия превращения улучшает внешний вид, но не вкус, Лаура. Нет, нет, это невозможно! Я и в этом году проиграла на конкурсе! Сезонные продукты, которые можно найти недалеко от дома, самые лучшие. Знаешь, ананасы тоже хороши, но эти привезли издалека, так что они испортились и стали непригодными. Должен признать, этот тыквенный торт действительно хорош. Но он не сравнится с тортом из тунца и сардин, это факт. Да? Thank you.
Рай Фикшн представляет. Автор сценария Серджио и Франческо Манфио. Режиссер Серджио Манфио. Продюсеры Анита Романелли и Франческо Манфио. Конкурс поваров. Завтра в Винчи начнется подготовка к фестивалю урожая. Я слышал, что Лео и его друзья вызвались готовить для праздника. Я не отдам эту честь Лео. Я хочу готовить сама. Почему это тебя так заботит? Я уже придумала замечательное меню обеда. Вся деревня будет поражена. Мне пришлось потрудиться, но это того стоило. Я приготовила столько блюд, что ими уставлен целый стол. Честно говоря, работали-то мы. И мы совершенно выбились из сил. А почему нам пришлось готовить ночью? А банкет начнется только через 6 часов. Я что, постоянно должна вам все объяснять? Готовя ночью, мы опередили Лио. И что более важно, теперь ему вообще не из чего готовить. Смотрите, палатки для банкета уже кто-то есть. Боюсь, я знаю, кто это может быть. А вот и наши герои. Вы ранние пташки. Жаль, но несмотря ни на что, вы опоздали. Что вы здесь делаете? Банкет начнется только через 6 часов. И мы должны приготовить еду, знаете ли. Не волнуйтесь ни о чем. Как видите, мы уже все сделали. Смотрите сами. Но, ребят, в этом году была наша очередь готовить банкет. Безусловно, дорогая. Но раз вы опоздали, вам придется довольствоваться тем малым, что тут есть. Вы истратили все запасы продуктов. Картошки еще осталось. Ладно, тогда мы принимаем вызов. Мы приготовим еду из остатков продуктов. Пусть победит лучший. Желаю удачи, она вам понадобится, ребята. Точно. И что нам теперь делать? Тут только жалкие остатки. Нам не произвести хорошего впечатления. Не волнуйся, Лаура погубила немного хороших продуктов, просто выбросив их. Как негодные, смотри. Нам нужно постараться как можно больше использовать наше воображение. Ладно, давайте посмотрим, какие вкусные вещи мы можем приготовить все вместе. Вот виноградные листья. Из них можно приготовить отличные вегетарианские роллы. Тиглю, набери как можно больше картофеля. Мы сделаем вкусное и пышное картофельное пюре. Смотрите, Лаура оставила здесь слегка помятый виноград. Но я уверен, что я смогу приготовить из него вкусный десерт. Мука, вода, яйца. Тиглю, передай мне скалку. Мне нужно раскатать тесто. Рагу из дикой спаржи почти готово. Пахнет превосходно. Передай мне соль, Джаконда. Держи. Кто-нибудь видел молоко? У меня восхитительный рецепт. Да, Лоренцо, но если ты постоянно будешь пробовать, остальным ничего не достанется. Теперь осталось только поставить лазанью в духовку. Час дня. Пора начинать вечеринку. Колокола пробили час дня, но никого пока нет. Как странно. Люди пришли, но все идут к столу Лео. Как такое возможно? Смотрите, какой замечательный банкет. Давайте подойдем поближе и посмотрим, что они приготовили. Они приготовили, какой прекрасный стол, полный еды. Мне не терпится попробовать блюдо. Эти виноградные листья великолепны. У меня прекрасная лазанья с дикой спаржей. Это лучший банкет в честь сбора урожая за долгие годы. Да, очень вкусно. Ура, Лео! Ура, Лео! Кажется, Лео снова победил. Ну да. Нужны особые навыки, чтобы приготовить еду из остатков. А мы можем хотя бы пойти и попробовать их виноградный десерт, пока еще не все съели. А может, вам пора прекратить вашу болтовню? We'll be right back.
Рая Фикшн представляет. Автор сценария Серджио и Франческо Манфио. Режиссер Серджио Манфио. Продюсеры Анита Романелли и Франческо Манфио. Замок на скале. Джоконда, почему бы тебе не почитать нам книгу, которую ты взяла у брата Джоконда? Давным-давно молодой принц Бартоломео, сын короля Долины Света, жил в замке посреди одиноких северных гор, где всегда была очень и очень суровая зима. Но если он был сыном короля Долины Света, почему он жил так далеко? Пусть продолжает. Его отец проиграл войну с королем Темной Долины. Враги бросили его в тюрьму и разлучили с сыном, молодым Бартоломео, которого отправили в ссылку в замок на скале, откуда было невозможно выбраться. Раз в неделю по субботам в замок приезжал воин Темной Долины с повозкой, полной провизии. Воин никогда не отпирал ворот замка. Он оставлял провизию на специальном лифте, который поднимали при помощи веревки и останавливали во внутреннем дворе замка. Однажды, прежде чем уехать, воин сказал: «Это последняя еда. Следующую зиму ты останешься один». Бартоломео привезли в этот замок, когда ему еще не было и 6 лет, и поручили заботам Станислава, старого стражника, который растил и воспитывал его. Помогая друг другу, Станислав с принцем принесли провизию в безопасное место. Бартоломео привык видеть фрукты в ящиках. Он не знал, откуда они берутся. Но он представлял себе, что где-то есть морковные деревья и заросли картофеля. Однажды, когда Бартоломео переносил ящик яблок, он заметил, что одно из них было съедено. Съедено червяком. Он взял его и решил съесть, выбросив гнилую часть. Через несколько месяцев появился маленький росток, и он все рос и рос. Смотри, какое чудо выросло у нас во дворе! Ты видел, Станислав? Спросил Бартоломео Станислава, и Станислав объяснил, что это проросло зернышко, которое было внутри яблока, а затем попало на землю. Росток рос и рос, пока не превратился в дерево. Читай дальше, Джоконда. Чем закончилась эта история? Однажды воин вернулся в замок на скале проведать Бартоломео и Станислава, его верного слугу. Подъехав к замку, жестокий воин вынул ключ, чтобы отпереть дверь, и утонул в потоке разнообразных фруктов и овощей. А затем его заперли в подвалах замка. Бартоломео отправился освободить своего отца и помог ему отвоевать назад королевство. С того самого дня оно стало называться Королевством Красных Яблок. Очень хорошая история, хоть и немного неправдоподобная. Скажи, как Бартоломео мог думать, что морковь растет на деревьях? Знаешь, Лоренцо, к нам тоже привозят фрукты с Дальнего Востока. И дело в том, что мы никогда не можем узнать те растения, на которых они растут. Да? Это правда? Конечно. Подумай о черном перце. Ты знал, что он так выглядит? Да, теперь я понимаю, что ты имел в виду.